Тож до нашої студії завітав Євгеній Присяженко, провідний фахівець управління персоналом Державної служби надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Доброго ранку. Розкажіть нам про свій шлях пожежного. Ну, я, как и, может быть, многие наши сотрудники, которые сейчас находятся на пенсии, еще в конце 83-го, начало 84-го, пришел на службу, оканчивал я гражданский вуз, наши вузы на сегодняшний день работают, выпускают молодых специалистов, вот, которые в нашей сфере дальше продолжают службу. Ну, желание было с народного хозяйства уйти на службу, чтобы больше почувствовать себя настоящим мужчиной. Вот и в данном случае, начиная у пожарной охраны, где приходилось ликвидировать и чрезвычайные ситуации, пожары, в том числе и уделяя внимание отбору профессиональных специалистов, которые у нас служат. Длительное время проработал в отделе персонала, в управлении персонала и дошел по должности до заместителя начальника главного управления по работе с персоналом в звании полковник службы, внутренней службы. И на сегодняшний день после увольнения снял погоны, продолжаю также заниматься отбором молодых выпускников всех, ну, от годов, которые хотели бы посвятить себя в нашей дальнейшей службе, а это на такие учебные заведения, как Львовский государственный университет, Национальный университет города Харькова, гражданская защита, Черкасский институт пожарной безопасности, Винницкое профессиональное училище гражданской защиты при Львовском государственном университете. Окрім того, що ви маєте дійсно великий стаж роботи рятівника, вогнеборця, який рятує життя кожного миколаївця, кожного українця, хотілося б від вас дізнатися, як від людини, яка ще й формує нові кадри, нових рятівників, якими рисами має бути наділений пожежний, а також які особливості цієї професії? Вы знаете, каждой специальности необходимо, чтобы человек обдуманно подошел, что это чисто вот его. И мы, работая над этими вот вопросами, чтобы отобрать таких кандидатов, которые в психологическом плане были способны работать в нашем направлении, имея достаточно хороший уровень образования, я имею в виду, окончил 11 классов средними, хотя бы средний и выше уровень оценок в таком плане. Ну, естественно, обладать каким-то мужеством. Ну, и очень много у нас сотрудников молодых, которые вот есть семьи, династии, где уже и дедушки, либо там бабушки, родители, родственники и тому подобное. Вот такие сотрудники, которые ему еще с самого детства вливают. То есть он бывает в пожарных частях, видя эту службу, работу и с перспективой того, что окончит школу и дальше к нам придет на службу. Но хочу сразу же сказать, чтобы, может быть, оно не ушло, что и у меня так сложилось, что практически вот вся семья, начиная с меня, жена и вот на сегодняшний день сыновья, практически проходят службу в нашей государственной службе чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день вот служит сын один в Киевском гарнизоне гражданской защиты, второй в Львовском гарнизоне. Фото ваших детей навіть зараз є у нас в студії. Да, есть определенные снимки. Вот, так, напевно, жінки. Это с женой, да, мы находимся на юбилее. Здесь это, наверное, мой юбилей, 50 лет, поэтому... Ой, и, это такие моменты, да. Напевно, також, ну, мабуть, пожежник, так? Да, что в семье имеются уже внуки, одна внучка и два внука.
Вот, поэтому и в дальнейшем... Також виховуються, як майбутні рятівники-вогнеборці. Будем, если это им подойдет, и они будут способны и желание на таком плане, то, естественно, будут продолжать наши традиции. Своїми синами ви можете дійсно пишатися, тому що, крім того, що вони пішли за вами у династію пожежних, також вони мають здобутки у спорті. Ну, я хочу сказать, что еще с юношеских они видели у нас все чемпионаты. У нас очень прекрасный в гарнизоне спортивный комплекс «Динамо», где занимается и спортивная команда, и весь личный состав. И вообще личный состав у нас очень много уделяется вниманию вот спорту. Поэтому человек должен все время быть на боевом посту, а без этого никуда. Поэтому, естественно, что спортивный комплекс для наших спортсменов, нашего личного состава и строился с учетом того, чтобы проводить чемпионаты Украины, а это, естественно, что приезжают со всей Украины спортсмены в районе 250-300 человек. Каждая команда где-то от каждой области по 10, 8, 11 человек. Вот, тренерский состав и тому подобное. И где-то через год, вот, зимний чемпионат, летний, международные соревнования, присвящение чернобыльским событиям постоянно, вот, во всех областях, в том числе и город Николаев, наш гарнизон принимает спортсменов. Здесь и юг все-таки чуть-чуть теплее, поэтому чаще, может быть, делают здесь на юге зимние чемпионаты. Они где-то вот в марте месяце, в том числе и уже в 2018 году. Ну, он, правда, будет в Черкасском институте пожарной безопасности в конце марта проводиться зимний чемпионат. Ну, а мои сыновья вот таким же образом с юности, с 9-8 класса начали заниматься. Им это понравилось. Естественно, что впоследствии поступали в Львовский государственный университет, ну, по желанию, можно было и в другие, но изъявили желание в Львовский. Окончил эти университеты, на протяжении учебы занимались пожарно-прикладным спортом и уже были кандидатами в мастера спорта. А впоследствии, сразу же после, да даже находясь уже в ВУЗе, они были членами сборной команды Украины, выезжая на все чемпионаты Европы, мира и тому подобное. Ну, за этот период... Что стосується саме вас? Розкажіть нам про самый найнебезпечніший виклик, ну, ось в вашому житті. Ну, самый небезпечный сейчас служба наша, как и также и люди, как звание присваивают службы гражданской защиты, так она и идет. Это, естественно, спасение, рятувание людей и тому подобное. Поэтому очень много это приходится участвовать и в спасении людей на воде. Это разминирование производится, это химические все вещества, которые за период жизнедеятельности гражданского населения практически оставлены вот в районах области. Поэтому и вузы сейчас готовят специалистов в специальности, как химические технологии, транспортные технологии. Человек должен в совершенстве знать технику, а техника специальная используется. Просто человеку, окончив гражданские вузы, необходимо года 3-4-5, чтобы войти в курс и заниматься этим делом. Ну и другие, как гражданская защита плюс пожарная безопасность, это всевозможные пожары, я же говорю, чрезвычайные. Вы были свидетелями, да, года 2. Когда взрыв произошел на Намеве и тому подобное. И лишь нашими практически усилиями ліквідували. Дійсно, досить небезпечна. І з ваших розповідей ми розуміємо, наскільки необхідно мати силу волі. У людей склався стереотип, що вогнеборці, пожежні, вони безстрашні. Хотілося б зараз дізнатися, чи буває дійсно вам, чи було вам іноді страшно, і вашим колегам на ось таких тяжких випадках, коли дійсно ваше життя може бути під загрозою?
Каждый пожар и каждая чрезвычайная ситуация – это риск для жизни сотрудника. И каждый, конечно, должен осознавать это. Но все это человек своими профессиональными знаниями, где в гарнизоне проводят занятия и тому подобное, ко всем этим случаям вот, готовят людей. Это не возникает ни из чего, что человек, не обдумывая свои поступки и вызова, которые очень серьезные, чрезвычайные ситуации, взял определенное снаряжение, идет в бой, в пожар, ликвидация или, я же говорю, спасение на воде, это и водолазы. А разминирование, это готовят годами людей, потому что одна ошибка стоит жизни. Поэтому очень серьезно к этим вопросам относимся. Поэтому еженедельно у нас служебная подготовка, где людей готовят к вот этим вот мероприятиям. Ну и последнее хочу сказать, что у нас есть психологическая служба, которая в экстремальных условиях как сотрудников готовит, так и гражданское население. То есть специальность экстремальная психология в ВУЗе, в Львовском государственном университете, в Национальной. Вот, учителя, профессора достаточно знаний дают для того, чтобы в условиях экстремальных готовить как наших сотрудников, так и население, которое пострадало от этих чрезвычайных ситуаций. Ну, а так... Что бы вы могли побажати вашим коллегам и майбутнім фахівцям? Я хотел бы пожелать успехов в том, что служба реформируется, проводятся какие-то организационно-штатные мероприятия. Вот, хотелось бы, чтобы наша служба немного увеличилась в количестве, потому что в последнее время очень много чрезвычайных ситуаций. Для этого необходимы затраты как материальные, так и жизненно ресурсы для того, чтобы... все в стране сохранить, то, что могло бы уйти от нас. Ну а молодым сотрудникам, которые хотели бы к нам прийти на службу, вот особенно к выпускникам 11 классов хотел бы обратиться, чтобы приходили к нам на службу. Мы ведем сейчас профориентационную работу, лично я участвую в этом, вот несколько районов объездил в классах. Когда я показываю наглядную агитацию и то, что касается вузов, рассказываю, это очень интересует людей, естественно, с фильмами об учебных заведениях, насколько там материально-техническая база потужна, что готова настоящих профессионалов готовить к нашей службе. Дякуємо вам, що завітали сьогодні до нашої студії. Спасибо. Вітаємо вас і ваших колег. І дійсно дякуємо за безліч врятованих життів в Миколаївці, усій вашій команді.